Беда бояться, в трип не ходить. Как жить после самой убойной кислоты, когда скибиди и камермены все враги, а еще пидоры и куча прочей фигни. Я стоял на улице, никого не трогал. Серега дебил подошел и предложил зачитать рэп. Так я и навалил такого фристайла. Ебайло теперь всем двором хотят набить. Начальник, сегодня этот пидорас не обосрался. Это не ты поехавший, не он, а я. Я уже человек, я больше не зверь. И этой вилкой я не убью в лесу зверья. Эту вилку я вставлю себе в лук вместо стрелы. Сегодня вышел из запоя, как из Украины Крым. Как член из жирной бледины, как дерьмо из скотины. Чтоб наконец-то за свою трезвость кого-то убить. А желательно государство в себе с акцизами. Пидоры, дебилы, идиоты и пидоры, они больше, чем я за глобализм и меньше, чем я за Россию. Впрочем, пидоры, пидорасы, идиоты и пидоры. Ох, прости, что выругался. Я знаю, пост идет и по идее нельзя, но, грубо говоря, я сегодня колобком укачусь в постной дискотеке сладкого хлеба. Мне так плохо, что Навального нет. Одиноко, как руке в говне. Пахнет невкусно, будто пукнул Чак Норрис. Мне так печально, а вы все смеетесь. Гражданской обороны не сломить, если есть воля. Если под феназепамом, то в принципе всем доволен ты и так. Потому что оборона, что перегруппировка, сделал из Ленина кальян, чтоб при делах был Вовка. А Вологда — это андеграунд, они выкупают дебилы. У нас в центре города стоит памятник большой вагины. Вологду Грозный планировал центром страны. И Вологда крутит метафизику Руси как спиннер. Я трезвый, а в зубах без никотиновый банановый вейп. Он как граната-бананка в игре Worms Mayhem. Там червячки, как правило, делали братоубийство. Я тоже червячок, хочу ХП пригаститься. Ага, да, а то совсем здоровья не стало в тот день, когда наркозависимость пропала. Вы все такие ебланы, как будто уебаном быть — это круто. Ага, вы все ебланы, как будто непоседы. Вас всех однажды не станет, как эхо прокуренных подъездов, как эхо прокеканных ненаходов однажды. Закладка души однажды станет влажной. Вообще, ты знаешь, фашизмы друг с другом похожи. Но Майн Кампф и Майдан не одно и то же. Одно как бывшая, которую вновь трахнуть мечтаешь. Вторая как та, о которой со стыдом вспоминаешь. Ко мне подходил полицейский, говорил: ты чё бухаешь посреди двора? Ты чё не местный? А я решил, что слишком пошло ему там ебало набить. И я со всей дури взял и бросил там пить. Я сейчас заставлю суку течь, но течь глазами. Макулатуру и ночных грузчиков ей включаю. Ноги свои лживые от работы отмываю. И больше не стою, лежу, отдыхаю. Мне так лень было на улицу, что завязал с никотином, но сил поприбавилось. Честно, честно, я так устал уже блюсти закон Божий, это пресно. Мне лучше бы скорее с двух ног влететь в Царствие Небесное. Thank you.
Yes.